сегодня на наш луг пришли коровы пастись. Они даже вместе с цаплями ходят. Цапли рядом с ними. И тут же рисовые поля рядом. Люди рис выращивают. И утром работают, и вечером работают. В такую жару. Кошмар. Ой, какой красивый, с такими огромными-огромными рогами. Целый день стоит, согнувшись. Что с ней спиной, а? Безбедная спина болит.